может быть, будете спрашивать, я да, отвечаю. Ага. Как у вас сейчас состояние? Ну, вроде бы все в порядке, живы, слава богу. Ага. А с Колей? С Колей тоже все нормально, у него перелом руки, но надеюсь, что скоро времени выздоровеем, ехали к врачам. Что тогда случилось? Что случилось сегодня? Мы ехали с Ленска в Якутск, примерно около 150 километров отъехали от Ленска и попали в ДТП, там навстречу вылетел грузовик Volvo, насколько я знаю, грузовиков не очень разбираюсь, познаю Volvo, будет какой-то большой грузовик, я его видела перед глазами, но было, конечно, страшно. А вы сидели где? Мы сидели в третьем ряду, получается, если от водителя считать. Первая водительская, потом следующая, сидели два парня и мужчина, и мы следующие сидели. Очень хорошо ребенок сидел у окна в кресле, а удар приходился на правую сторону, мы сидели слева. Только это, наверное, нас спасло. Вот. Что сейчас? Вы приехали в медцентр? Мы приехали в медцентр, да, мы показать ребенка, потому что ребенку сказали, операцию нужно сделать, перелом. Закрытый, да? Он закрытый, да, но... Я не очень понимаю в медицинских терминах. Люди бы сказали, что операцию нужно обязательно делать. Ну вот сейчас вы знаете, нас да? Нас вызывают. Ага, хорошо.